Всем привет, с вами любимая компания «Электромотор», и сегодня мы предлагаем вашему вниманию садовый пылесос для уборки листьев. Значит, перед вами воздуходувка или садовый пылесос Maruyama, модель BL3110. Что в ней классного? Прежде всего, это японское качество. То есть это настоящая сборка Япония, и здесь стоит японский движок Maruyama. Двухтактный здесь вот он. Ниже находится. Дальше. Это долговечность и очень классное качество пластика, то есть надежность. Пылесос может использоваться как воздуходувка, так и пылесос. Имеется возможность регулировать скорость воздушного потока. Что еще хочется сказать? То, что здесь идет в комплекте насадки. И высококачественный стоит воздушный фильтр. Далее очень легко чистить этот пылесос. Сейчас я вот здесь покажу. Снимаете вот эту вот решеточку и производите очистку. В общем, воздуходувка. Мы не можем его запустить, потому что мы находимся в офисе, а воздуходувка бензиновая, поэтому, к сожалению, на улице сегодня листьев нет, поэтому не пойдем. В общем, если вам нужна воздуходувка для уборки листьев, снега, обращайтесь к нам в компанию «Электромотор». У нас самая лучшая цена в Украине. Вот это вот вообще сейчас перед вами распродажная модель, так как сейчас начало сезона на воздуходувке. Цена ее порядка 7 тысяч гривен. Только в компании «Электромотор». Да, это бензиновая. И самое главное, что... В этом магазине самом популярном. Не знаю, какой самый популярный. Розничная цена составляет 9-10 тысяч гривен. В общем, также если сейчас происходит уборка пшеницы и вам нужно очистить комбайн, это воздуходувка, также ваш вариант, который вам просто необходимо приобрести. Так это лучше для очистки комбайнов? Да, и для очистки комбайнов также нужны воздуходувки, потому что если вы не будете очищать комбайн и пойдете дальше очищать пшеницу, и не дай бог кто-то бросит там либо окурок сигареты, либо еще что-нибудь, то у вас просто сгорит комбайн. Поэтому после каждой работы обязательно очищайте всегда воздуходувкой комбайны. И также очищайте свои приусадебные участки. По вопросам покупки звоните нам 5-3-0-3-8.